Инициативная группа хоккейных болельщиков Новокузнецка решила наградить бронзового призера МХЛ «Кузнецких медведей» за достигнутый результат в сезоне. Для этого были изготовлены специальные памятные медали. Их вручение состоялось во Дворце спорта. Причем награждение неожиданно для всех собравшихся проводил Дед Мороз. И вот почему. Я вам обещал на Новый год, что если вы выйдете в плей-офф, то приду опять вас награждать весь любимых игроков. Спасибо вам огромное от всех болельщиков за этот сезон, за все, что вы силы свои отдали в этом сезоне, за плей-офф, которое было ярким, красочным. Кузнецкие медведи, получив медали от болельщиков, еще раз поблагодарили их за отличную поддержку в играх плей-офф. Лучше вас мы нигде не встречали. Мы вам очень благодарны, признательны за поддержку. Продолжайте также болеть. Но я думаю, мальчишки поддержат, они хуже не сыграют. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо большое, дорогие болельщики, за такой сезон. Очень приятно выходить на лед, когда так много людей собирается, приходит на тебя смотреть и поддерживать. Спасибо всем огромное, мы старались, делали все, что могли, и вот достигли бронзовых медалей. Всем огромное спасибо. Спасибо за медали, и мы хотели бы от всей нашей команды «Кузнецкие медведи» одну медальку посвятить Александру Орехову. Мы отдадим его семье, и он тоже с нами. Спасибо. Отдельных наград были удостоены два хоккеиста «Медведей» – Марк Петров и Денис Луцев, не пропустившие ни одного из 73 официальных матчей команды в сезоне. Игрокам вручили импровизированные «золотые клюшки». После церемонии награждения желающих сфотографироваться с обладателями таких индивидуальных призов среди болельщиков было «хоть отбавляй». Это отличное настроение, хорошее мероприятие, очень приятно, что много народу пришло поддержать нас, так сказать, и пообщаться с нами. Ну, в общем, хорошая атмосфера, как всегда, болельщики порадовали. Вы сегодня стали обладателем золотой клюшки. Да, это было неожиданно, но приятно, очень честно. Спасибо еще раз болельщикам, опять же, тем, кто вручил ее. Очень неожиданно было, что так сделали мероприятие наши болельщики, очень приятно. И настроение поднялось, как бы, и, в принципе, и развеялись. Кто-то все дни дома сидел, как-то не по себе было. Сейчас прекрасное настроение, эмоции, заряд был, и все. Обрадовали болельщиков и нас. Подарили клюшку памятную, то, что отыграли весь гладкий сезон, все игры. Уделили этому внимание, и мы с Марком очень этому благодарны им за это. По завершении награждения все пришедшие на встречу с командой болельщики смогли в неформальной обстановке пообщаться с хоккеистами и главным тренером «Кузнецких медведей». В этой возможности представители команды не отказывали ровным счетом никому. Ну, очень приятно, что болельщики болеют. Все-таки хоккей – это такой вид спорта, который создан для болельщиков. Мы для них выходим, для них играем. Раз они к нам поворачиваются лицом, значит, какой-то результат мы все-таки сделали, положительный результат. Очень приятно, когда так нафотографировался так, что уже в глазах желтеет. Приятно, хорошее начинание, и очень приятно, что болельщики так поступают. Кузнецкие медведи на мероприятии в частном порядке ответили на все имевшиеся вопросы у болельщиков. Как и всегда, было сделано много фотографий и роздано автографов. Такой открытостью команды любители хоккея остались довольны. Да и самим медведям встреча явно пришлась по душе. Ну, всегда такие мероприятия интересны, потому что мы сплочаемся с командой, общаемся с ними, фотографируемся. Медведи заслужили праздника, заслужили наших поздравлений, поэтому все хорошо и мероприятие отличное. Ну, пришли пофотографироваться, конечно, автографы взять. Очень интересно посмотреть вживую на хоккеистов и вообще как бы интересно. Вживую хоккеисты вас не разочаровали? Нет. Больше только порадовали. У кого больше всего хотелось сегодня взять автограф и с кем фотографироваться? У Луцева. А почему? Нравится хоккеист. Напомним, что «Кузнецкие медведи» во второй раз в своей истории стали призерами молодежной хоккейной лиги. И при этом установили новый рекорд посещаемости своих матчей, который держался начиная с 26 апреля 2010 года, когда на финальной игре с остальными лисами было 7300 болельщиков. Ходил на матчи, ходил на плей-офф. Волшебно было. Просто волшебно.
Особенно как Луцев на последних секундах забивает гол. По-моему, кажется, все перевернул сразу. Сейчас вспоминаю, аж мурашки. Шикарно было, вообще шикарно. И каждый раз людей все больше, 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 больше. А последний, я такого даже не видел ни разу. Полный стадион. Больше, наверное, 1008 было. В ближайшее время планируется и официальная церемония награждения кузнецких медведей. Команде в Новокузнецке будут вручены бронзовые медали молодежной хоккейной лиги.